ирисы, или как их в простонародье называют, касатики – многолетние растения, которые, если верить легендам, радуют взор землян уже порядка 2000 лет. Неопытным садоводам может показаться, что выращивать ирисы очень сложно, однако это далеко не так. Чтобы это растение развивалось, не стоит забывать несколько простых правил. Так, для посадки ирисов используют деленки корневищ. Стандартная деленка ириса, которая необходима при пересадке, выглядит следующим образом. У нее должна быть точка роста, должен быть небольшой участок корневища и корни, живые корни. Листья при пересадке следует обрезать примерно на высоту около 10 сантиметров. Они очень быстро нарастают, а обрезка позволит растению меньше тратить сил на приживание. Если корневище перед посадкой немного подсохло, его на пару часов оставляют в прохладной воде. Как только оно напитается влагой, приступают к высадке. Место для ирисов выбирают солнечное, с хорошо дренированной почвой, то есть там, где весной не будет стоять вода. Также подойдут участки под деревьями. Примерно за месяц-два до посадки на площадь, куда будут размещены ирисы, вносят перегной. После этого непосредственно перед посадкой можно ввести и минеральное удобрение. Если вы посадку производите осенью или в августе, в конце августа, то в этом случае подойдут минеральные удобрения, такие, например, которые содержат одинаковое количество фосфора, азота и калия. Перед зимой такие ирисы следует подкормить еще раз, только уже исключить из удобрения азот. При посадке корневища ириса размещают практически на поверхности почвы. Допускается заглубление примерно на 1-2 см. Кроме того, корень располагают строго горизонтально, то есть так, как он рос изначально. После этого почву у корней уплотняют и растения поливают.